В этом видео я вам хочу показать подарок на Новый год своими руками. Такой подарок я еще давно до Ютуба вязала. У меня все начиналось от красивого пряжа, который еще много лет назад, наверное, больше 10 лет назад, помните, акрил с пайетками появилась, и я дочке вязала кофту, чуть-чуть нитка осталась, и мне очень жалко было, и тогда я вязала игрушки елочные. И после этого они до сих пор у меня есть, но я дочке подарила, у меня уже такой цвет, я не украшаю елку, поэтому давала дочке, поэтому не могу вам показать. И я думала, почему бы нет, можно такой подарок с удовольствием своими руками делать, и остатки у вас закончатся, израсходятся, остатки у нас вязальщи не закончатся, наверное, никогда. Просто хотя бы меньше становится. Хотя я много раз сказала, что у меня остатки и очень мало бывают, но все равно они есть. Не буду сильно утомить, я взяла такую коробку красивую, украсила так. Ой, здесь клей у меня закончился, я еще не закрепила, надо осторожно, там надо клеить. И я хочу это подарить, есть прекрасные люди, мои, наши друзья, и я хочу подарить, я знаю, что они это будут ценить, поэтому я хочу им подарить. Мне так жалко, когда мои вязанки куда-то кидаются, или люди не понимают, таких не хочется дарить. А кто понимает и ценит, можно дарить. Вот, не хочу вам томить, и я хочу открывать волшебный ящик. Вот. Вот. Смотрите, у меня, по-моему, это тулип, девочки. Когда-то я моток купила, купила из-за красоты и не знала, что с ним делать, честно признаюсь. Поэтому решила я сюда пустить, и я очень довольна. Там внутри можно пенопластовые купить, но они, наверное, легкие, не знаю. Я дома взяла просто обычные игрушки и вязала. Как я вязала, здесь набирала несколько петель, добавила, как круг делала. Потом будете вязать. Потом, когда уже вот где-то тут дойдете, игрушку я одевала на игрушку, и потом остальное вязала на игрушку и уменьшила. Здесь нечего показать, поэтому я мастер-класс не показываю, и времени нету, и у вас, и у нас. У женщин сейчас разные хлопоты начинаются, вязать никак. Смотрите, можно эти игрушки придумать до бесконечности. Я вот такие несколько штук вязала на подарок и вам показать. А так, если сидеть, придумать, фантазию включить, это можно миллион видов вязать. А это какая-то красивая штука. Я когда... У меня еще характере, знаете, что есть? Когда я попадаю в магазин ткани, всякие разные фурнитура, что ли, называется? Или аксессуары, правильно сказать. Аксессуары разные. По чуть-чуть, по метру, по полтора или два метра покупаю. Всегда думаю, о, это хорошая штука, что-то когда-то надо будет. И вот когда-то мне понадобилось, и я решила вот так делать. Это я вязала до этого, потом здесь сеточка. По сути, это тоже вязаная как сеточка. Потом вязала вот это, укрепила. Дальше на это смотрите, видите? Вязала и уменьшила, и все. Смотрите, как прекрасно, как красиво. Серебро. Очень модный цвет, очень-очень красивый. Я нейтральные цвета делала, девочки мои дорогие. Можно и разноцветный делать. Просто лучше, ну, как бы, сильно не этот. Ну, смотря какой стиль. Я знаю у них какой стиль, и у нас такой стиль. Мало ли, если дочка захочет, и нам можно такое вешать. Смотрите, это тоже тулип у меня.
Я белые серебристые купила и не знала, куда девать. Ну, хотя у меня уже в голове есть, можно было куда девать, ничего, я потом куплю. А вот это я решила, смотрите, узоры делать, ракушки, как мой шаль прям. Смотрите. Вот, мне нравится. Интересно, сейчас ручная работа, много чего, многие игрушки продаются. Ну, как я вяжу, значит, делаю вязаные. Можно и делать из ткани, можно много чего делать. У меня времени нету и не мой мотив. Как бы я, как вязальщица, хотела вязать. И я вязала, вот помните, кто со мной давно, у моей дочки я вязала свитер пушистый. Это надо еще чесать, наверное, чтобы еще пушистый был. Мне нравится тоже, смотрите, красота. Вот, девочки мои, можно на этот, я просто вам давала как бы, сама суть рассказала, как бы, если у вас желание есть, можно придумать много чего и разные виды, разные цвета, смотря как украсите свою елку. Поэтому можете фантазию включить и делать, если вам нравится. Просто мне надо было это делать, я хотела с вами поделиться. Вот, закрываю. И вот такой подарок, я хочу сказать, и не стыдно дарить. Просто мне надо это клеить еще, чтобы не упало. Вот, мне кажется, если кто понимает и ценит ручная работа, с удовольствием такой подарок принимает, чем что-то из магазина. Я так думаю, надеюсь, так и будет. Вот такие дела, мои дорогие. Еще одни готовые работы. И это тоже мне очень радует, когда начинаю, что, ну, у меня как, смотрите, когда я новый процесс начинаю, очень рада. А в серединке уже хочется закончить, чтобы новый начинать. Поэтому, когда что-то заканчивается, я два раза рада, потому что и результат есть. И что-то новое можно вязать, правильно? Сегодня много болтала. Надо уже закруглиться. Вот. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч.